Доброго времени суток, мои очаровательные подписчики и зрители. Гринвиль нас встречает вот такими вот крашенными новогодними сингала. Цена у них 998 рублей и плюс еще новогодний шарик. Интересные композиции, но радует, что хотя бы закрасили не листья, цветы они недолговечны. Есть интересных много вандочек. Посмотрите, какие они свежие, красивые в стекле. Мне нравится вот этот вот очень красивый розово-красный окрас с присутствием желтого. 5990, чернильные, цвета фуксии. Есть еще на втором плане, посмотрим, вот такой вот яркий пятнистый цвет, розовый. Корни у всех, ну, очень хороши, жирненькие, толстенькие. Калатерби фолия 1299, чудные круглые листья. Золотые украшения, это кашпо из кокоса, или вот такие вот золотые семена лотоса. Очень интересно для подарка. Эффектно, необычно, много новогоднего золота. Вот такие витые сухоцветы окрашены в золото. Как их красиво украсили. Цимбидиумы какие красивые. В миксе разные окрасы, но все не очень темные розовые. 1147,5 цена в ярких кашпо. Ой, посмотрим, здесь еще какие-то есть белые. Как их много, все красивые. Луковички у них, бульбочки небольшие. Обойдем вокруг, они стоят на две стороны. Как их много сегодня. Солнечные яркие кашпо. Аглане Марацея микс 400 рублей. Вот такие вот розовые листья. Зеленая кайма и небольшие пятна. И сплэшные розовые пятна на зеленом. Два сорта из микса я только вижу. Свеженькие, маленькие, хорошенькие оглашечки. Внизу интересные гланемы в миксе. Много их разных. Мы уже их смотрели недавно. 800 рублей. Гланема Pink Star 1299. Недавно мы их уже смотрели в обзоре. В остатке я нашла 4 кустика. Посмотрите, какие яркие, красивые цвета листьев. Молодой нежно-нежно розовый, а потом уже меняется цвет с возрастом. Сколько листьев и сколько оттенков розового. Небольшая зеленая пятнистая кайма. Какой красивый цикламен. Посмотрите, какие лепестки. Очень похожи на попугайный сорт тюльпанов. Также бахромчатые лепестки у растения. Посмотрите, какие же они красивые. У них даже листья немножко волнистые края имеют. Цикламен Меринг 425 рублей. Цена, конечно, но и качество цветов неповторимые. Есть еще микс крупные 499 рублей. Азалия Бон 289. Посмотрите, какие нежные розовые цветы, как будто бы сделаны из крема для торта. Как же они мило смотрятся. Есть еще маленькие азалии в миксе 199 рублей. Розовые, светлые, средние, темные, белые.
всего лишь за 200 рублей. Monstera Monkey Mask 600 рублей. Посмотрите, какие дырявые листья. Давно их не было, появились. Уж очень необычные листья. Как будто бы изъедены гусеницами. Очень красивые монстеры, целый ковер свежих растений. Как много диких котов, орхидей, пятнистые, красивые цветы, великолепные корни. Посмотрите, какие корешки, какие вершки. И цена 1799 с копейками. Очень люблю этот сорт. Он такой яркий, красивый. Посмотрите, какие цвета. Какие цветы. Plant Mix Хищники 369 с копейками в ассортименте. Разные. Вот такие вот интересные листья. Ворсистые. Я не знаю, как они ловят. Очень интересная дроссела с цветущими соцветиями в форме мелких цветов. В ассортименте их несколько разных. Отличаются листья. Вот это и какие-то интересные в форме цветов соцветия. Ой, какие они разные. И очень интересное, редко встречающееся растение. Цветет цветами, очень похоже на кислицу. Посмотрите, какие милые, сочные листья. Plant Mix 369 рублей. Ой, какие красивые цветы. На оксалис кислицу похоже. Очень милые, нежные, сочные листья травянистые. И еще вот один цветочек. Совершенно не похож на хищника. У него нет классических коробочек или кувшиночек. Какая красота сегодня из микса хищников Дионея. 369 с копейками. Вот такие вот красивые ловушечки. Ресничатые. Невероятно большой выбор сегодня хищников в стакане. Пластиковым 439. Есть Непентес. Цена 399 с копейками. Чудесные свежие кувшинчики. Мухоловочки. Драциночки на высоких стеблях. По 3 штучки в одном горшке. Посмотрите, какие красивые стволы. Очень экзотично смотрятся. Цена у них 5355 рублей. Джевел Грин. Есть еще пониже экземплярчик. Смотрится немножко иначе. Но по листьям они одинаковые. Цена у нее 9987 рублей. Биколорные листья, также по 3 штуки. Очень экзотичные композиции на длинных высоких стеблях. Несколько вариантов цен. 2975 дорада. 7650 рублей.
песня Валентина. Раньше, помню, была песня Инзи, но они более желтой каемочкой. И снова новогодние корзинки, коробки, композиции. Какие же они все красивые, необычные, неповторимые. Очень нравится мне вот этот коробочки хлопка. Зеленые орхидеи 1570. Ой, какие красивые розовые ананасики. Огромная шляпная коробка из живых цветов хлопка. Ели за 3380. Самая любимая букет написано. Еще одна очень красивая нежная композиция из трех больших хризантем за 1780. Ну вот это просто чудесная композиция.